Так, всем привет! Вы на игровом канале Паша Кинга, и мы продолжаем проходить Half-Life. Алекс, нажмите на триггер, чтобы продолжить. Все идет, да? Все, звук идет, все хорошо. Все отлично. Напоминаю, что в прошлой серии мы получили дробовик. Ну как не вовремя, все время надеваю его, и нос начинает чесаться. Короче, нашли вот такой вот дробовик. Вполне себе, вполне себе. Не знаю, мы бы их вообще на самом деле без дробаша бы уложили. Но как бы дробаш есть дробаш. Перезаряжать его неудобно. Это тебе не нажать на кнопочку R. Ну как бы, а что ты хотел? Совершенно другой экспириенс, да? Так, эта дверь недоступна. Ерунда какая-то. Ладно, пошли. Что, есть кто? Есть какая-то тварь живая? У меня для тебя кирпичик есть, ну-ка. Спокойно, спокойно. Я же все слышу. Тьфу ты! Я думал, это про... Нормально все по здоровью. Вообще жесть какая-то. А ты посмотри. Ты кровь, блевота, это все, что можно вообще. О, ладно, уходим. Пришли люди, отгребли и ушли. Так. Блин, что-то с этим шлемом, он все время расслабляется, если я его снимаю. О, сейчас, секунду. О, вот так вот, а то он мне просто голову сжимает. Ей! Так, пошли. Пошли, ей. Так, мужики. Хоп! Фризби. Ладно, ладно, хватит играться, стопэ. Я же не дотянусь. Блин, и как мне быть? Ладно, я полез. Я полез. Я стол. Я стол. Да он пустой. Я стол. Стол. Ушел. Ушел, ожидаемо ушел. Так, стоп, где мой провод? Все, у меня провод как, короче, разметка. Понимаешь, чтобы я не терялся. Дай кирпич, дай-ка мне бутылку. Гадость, а? Короче, прошли мы. Что? О! А, нет! Нет! Уйди! Уйди, зараза! О, блин! Давай, давай, там... Ушла, все, давай, до свидания. Давай, до свидания. Ой, живая тварь. Что? Где я? Кто я? Что, где? Где? В какой заднице? Минус. Приплыли. Нет, нет, ты не кидай. Как это делается? Как его перезарядить? Пошел в задницу. Нет, не догонишь меня. Етить твою! А ты можешь его...
Ой, ой, ой! Застрял. Патроны! Срочно, патроны! Не, пацаны, не догоните меня. Ай, больно, 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 больно. Фу, уйди! Патронов нет, все, дострелялись, блин, дострелялись, бляха-муха. Да уйди ты, мерзкое животное, блин, тварь, хэдкрабина сраная. А, блин, ну куда? Фу, минус. Она не одна. И чем драться-то? Нечем драться. Я... Харарюга долбаная, я! Все, смерть, трип. Нет, трип. Алекс. 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 Умерла. Умерла, Алекс. А тут в пяточку-то быстро не нажмешь. Так, хорошо, хорошо. Как перезаряжается дробовик? Я не понимаю, как его надо перезаряжать. Блин, нет! Нет, это как так получилось-то? Нет! А? Промазал. А можно я буду кидаться кирпичами там в вас? Спокойно, спокойно, он уже рядом. Блин, вот я не понимаю, как его перезаряжать. Ладно. Как говорится, я отпускаю эти твои грехи. Да хорош, ну это нечестно, ну... А как мне его, блин, в рукопашку-то нечем, лома-то нет. Оно идет сюда? Ну возьми ты этот кирпич. Нет, это не работает. Да брось! Бляха, уйди! Оно умерло? Оно умерло? Бляха, муха! Как? Last four shells. Ну-ка, погоди. А-а-а! Капец. Все, 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 дошло. Не на то нажимал. Ох, конечно, пострадаем, мы с этим пострадаем.
Короче, надо действовать с умом, как и надо, короче, во всех Half-Life'ах. Так, слышь? Ну, блин, она же докатилась до него. Должно было как-то сработать, наверное. Мы их сейчас взорвем всех. Ты что думаешь? Ой, вот это вот... Так, я ровно ставлю. Более-менее. Более-менее ровно. Слышь? Ну, иди сюда. Ой-ой-ой! Ах ты, скосёл! Скотина, падла, тварь! Как не попал с первого раза? Ну, блин, у меня часы завибрировали, а я по привычке, ну ты понимаешь, да, посмотрел? Ну не игровые часы. Фу, фу! Так, там мелкий один ползает. Блин, хпшки мало. Так, стоп. Да! Да не так, это должно быть эпичней. Так, это паузы. Во! Так, оно восстанавливает одно сердечко. Так, какая из этих сволот живая, как ты считаешь? Так, вон нам туда. Ты не возражаешь, если я вот так вот сделаю? У нас пуль 10 всего, обалдеть. И два у дробовика, да? Last two shells. Вот, вот так вот, 4. Все, все есть. Не забывай дернуть затвор, если что. Так, ну дробовик мы бережем. Блин! Блин, блин, она прям рядом. Скотина, падла, тварь. Ну-ка, прыгай. Перевернуться не хочешь? Так-то в нее, понимаешь, стрелять в эту падлу, ну... Вот, вот теперь точно мы вот это вот делаем, да? Очень много патриков в нее тратится. В противном случае. Так. Что это такое? Все. Можем пройти? Спокойно, спокойно. Нос чешется, не могу. Там что-то прыгнуло. Так, а если мы еще раз... Давай-ка, подожди, надо еще обследовать. Так, а так мы что получаем? Так мы получаем то, что открыто там. Но там тоже нехрена особо делать. Так, может быть где-то ключ есть, может быть где-то есть ключ, который я профукал, потому что не просто так у той двери есть ручка. Стопы. Так, это собственно куда ведет-то? Ага. Так, это заработало, а это перестало. Во. Так, все, пистолет в руки.
Я не хочу оказаться врасплох, ты понимаешь, зажатым. В смысле? Блин, а что-то они стали жирными, тебе не кажется? Раньше с трех выстрелов в самом начале они подыхали. А теперь что-то, блин, и так, и так. И патронов сильно меньше дают. Так, нам сказали, нам нужен фонарик. Нам нужен фонарик. Фонарик мы сейчас заберем. Ну, ты же понимаешь, да, что когда мы заберем фонарик, начнется вообще дичь лютая. Так, тебе ничего не случилось? Нет, я в порядке, я в порядке. Подожди. Подожди. Так, так я чувствую себя поспокойнее. Встань сюда. Ой-ой-ой, фу. Так, прикрепить фонарик к грави-перчатке. Я ее не подобрал. Да? А, нет! Вот это засада! It's really dark. Бежим. Yeah. Can you just talk about what? About anything. Так, ты можешь поговорить со мной о чем угодно вообще? Ну что ж, учитывая текущую ситуацию, твой иррациональный страх темноты на самом деле вполне себе нормальный. Okay, так, окей, я сама виновата. В другой раз короче, в другую тему. Все, все нормально. And it's not unlike yourself, it's also sensitive to the dark. Извини. В том смысле, что он должен включаться сам по себе. Выключаться сам по себе. Я тебе так скажу. Читать мне тут не особо удобно. Я как у меня будет получаться читать, я буду читать. Что такое? В рюкзаке можно хранить только одну. Уйди отсюда! Уйди, я сказал! Фу! Я тебя убью! Ты просто посмотри на эту срань. Так, ну хорошо, хилочки есть. Вообще, мне не нравится тратить патроны на открывание замков. Вот, серьезно, честное слово тебе говорю. Ты расточительство, капец. Почему у Алекс нету лома, блин? Это же Half-Life. Так. Обалдеть, мы с розетки выключаем вообще такие штуки. Так, теперь у нас есть фонарик, флешлайт. Теперь она может пройти туда, где без фонарика она пройти не могла. То есть, нам туда. Как мы эту хрень выключили? Вот, по-моему, через эту, да? Походу, пора включать наш с тобой главный скилл. Это сваливать от монстров. Так, главное самому не заблудиться. Нам не туда вообще. Они бегут. Спокойно. Опаньки. Там ящик внизу, надо его облутать.
есть. Они сюда не могут запрыгнуть, правильно? Да не, никак, вообще без... Без вариантов, пацаны. Пацаны, без вариантов, не смогете. Ну не, ну как? Ну как? Ну как вы, неудачники, сможете это сделать? Ну как? Ой, ни хрена себе. Ну, собственно, до свидания. Да я же стрелял. Не, ну на самом деле чуть-чуть несправедливо. А она же должна отлететь по-хорошему, да, от моего попадания? Отдай. Тебе оно не нужно, а мне обойма очень пригодится. Слушай, а это не какое-то секретное место? Чё-то тут слишком много всего. Вот теперь уже другое дело, понимаешь? Теперь уже другое дело. Главное не успеть... Но нам не сюда, нам обратно. Давай попробуем пацанов вообще не убивать. Нет, стоп. Короче, что мы сейчас делаем? Мы с тобой сохраняемся. Идем вниз. Ой, 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 ой. А меня тут и не было. А меня здесь не было, ребят. All right, Russ. Really need you to talk again. Absolutely. Be specific. Before. What was life like before the combine? Ай-яй-яй. Это все, это дичь. Я умер, да? Она умерла. Она умерла, да, она умерла. А я тебе говорил правильно? Я же тебе правильно сказал, надо сохраниться. Конечно, смерть. Конечно, смерть. Ты видел вообще, что за дичь там творилась? Фух. Фух. Надо, короче, под это... Alex, have you ever heard of a club sandwich? Nope, not once. Right. To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day, okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Бекон? Then you add bacon. Так, он рассказывает какую-то херню. Хлебушек, он про еду рассказывает. Ой! It is, and I'm not done. Ух! Пошли в жопу от меня, сволочи, блин! Страшно, писец! А, блин, да! Все, рип. Все. Ты себе представляешь, насколько это непривычно? Вот этой рукой светить фонариком, вот этой стрелять, вот этой перезаряжаться. Блин, вот это, короче, вот это экспириенс. Вот это экспириенс. Все записывается, все нормально, блин. Так, короче, мне... Ну... Давай-ка я их все-таки... Блин, они же меня преследуют, эти твари. Хорошо, что сам сделал сейв. Ну, пошли по автосейву. Блин, хоть пулю выкидывай, серьезно, потому что, ну... Или дробаш в руки бери. Походу, надо дропа при... To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day, okay? You add tomatoes... Так, подготавливаемся. Not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. Toast the bread, all that inside it. You guys had all that... Уйди нахрен. Умерла? Да уйди! Фу, уйди! Блин, почти убила. Ты понимаешь, ты не чувствуешь, как они по тебе ползают, но ты, блин, ты понимаешь, что оно на тебе. Так, ладно, теперь мы можем спокойно тут полутаться, да, насколько я понимаю? Так, оно куда-то туда улетело.
Так, потрошки. Если честно, я бы это с собой забрал. Так, это максимально неудобно становится. Уйди туда. Блин, может вот так вот, короче, по-спецназовски, короче. Да, походу, не, ладно, удобнее вот так вот. По трусиному. Как мы умеем, по трусиному, короче, вот так вот. Так, я там ничего больше не вижу. Ладно, пошли отсюда. По сыкливому, по трусиному. Куда? А как ты хотел? Нас других... Так, вот это вот мы берем. Придется через сейф, короче. Так, самое время сохраниться, я думаю. Так. Там, короче, рыдающая скотина сидит. Как бы кинуть туда, знаешь, вот... Ну вот уже получше. Да не то. Во. Спокойно, сзади он не идет. Так, этот лег сзади. Держим, держим оборону. Сейчас, дай-ка я выстрелю. Мразота, а? Так, очень хорошо раскидали их бочечкой, да? Где этот тип-то? На! Братишка, ты чего? Нам с тобой вообще не по пути. Фух. Не убежал? Не убежал. Все. Я нашел идеальный способ не убегать. Да, я просто стою на одном из проводов. Я его чувствую ногой. Так, взял. Взял. Ты гля, что нашел? Ты гля, от меня... Хилочку ты не спрячешь. Тихо, я кого-то слышу или как? Так, я бы еще раз сохранился. А я, в общем-то, это и сделал. Ты себе не представляешь, это достаточно... Не то чтобы сложно, это страшно. Это вот... Именно страшно вот это вот. Ты прям живу... Ты получаешь неописуемое удовольствие в этой игре. Неописуемое, я тебе клянусь. Так, вот он в какую сторону пойдет? Охренеть, обойму уговорил. В одного. Вот эта скотина вообще меня напрягла. Блин, посмотри, она волосатая, ты это все видишь, ты ешь эти волосы, ты все это наблюдаешь. В режиме онлайн. Я не знаю, что со мной происходит в этой игре. Мне кажется, я в других играх не такой. Ой! Писец. Писец, а кто-то не перезарядился, да? Обойму кто-то скинул, не перезарядился. Иди сюда. Иди сюда. Вот он идет. Я вот так уж и должен целиться, потому что вообще же не попадаешь. Вроде стоишь как настоящий гангстер. Спокойно. Спокойно, гангстер, я сказал. На чем это я? Я что, на жмурике стою? Почему я так высоко?
Я выше, чем должен быть. Я гангстер, мазафака, а не это в самое. Патронов. Так, ну можно, кстати, и вот так вот, не обязательно даже за голову, да? Это уже хорошо. Ну, прям страшно-то. Прям падла хоррор. Ну, короче, это как Half-Life 2, понимаешь? Ты играешь сначала в одного, ну, просто как в шутан, потом ты попадаешь в хоррор, я думаю, дальше у нас будет прям шутан. А может быть потом даже на машинке дадут прокатиться, понимаешь, на какой-нибудь. Так, уйди, пожалуйста. Так, все, не хватит, чтобы пролезть. Фух. Кстати, автосейв это достаточно часто бывает, но я сейвлюсь на всякий случай. Комбайн сейфти. Так, загрузка. Комбайн сейфти. Сколько времени прошло? Оп, я, знаешь, как присел так? Опа, опа, опа. Все, размялись. Поехали дальше. Так, а вот и комбайн. Я же тебе сказал? Я же тебе сказал то, что игра, ну, это стиль Half-Life. Всегда был, есть и будет стилем, я надеюсь. А, то, что игра разнообразная. Это не просто всегда шутан. Это будет тебе иногда и хоррор, иногда и на баги покатаешься. Поэтому в этом смысле это была идеальной игрой. Вторая халфа. А теперь мы играем в идеальную VR-игру. Это что, мертвый солдат Альянса? Да. Когда вы крали реактор, я видела, что Альянс отправляет сюда припасы. Видимо, они снова интересуются этим местом. Я смотрю в оба. Тут определенно что-то происходит. Ты знаешь, я вообще, ну, как бы тоже смотрю в оба. Она не перелезает. Ну блин. Ах. О. Так, братишка. Мне тут в присядку, у меня, наверное, не слышно, да, или слышно. Как мне один раз сказали, тебя хрен переключишь. Ну, это как бы. Это как бы истина. Это как бы истина. Ей. Так, эта дверь нельзя. Ну вниз. Вниз это плохо, блин. Так, что это такое? Железка просто. Да не-не-не-не, я тебе говорю, сейчас уже. Сейчас пойдут комбайны. Сейчас комбайнеры пойдут. Вот я тебе зуб даю. Так, из них детальки можно извлекать? Уйди, пожалуйста, убери бочку. Да блин, тут стол. Под столом как бы... Так. Под бочкой как бы лут. Думаешь, я про него забыл? Ну иди, пожалуйста. По-братски. Ну, вот, вот, да, спасибо. Я вообще в жизни никогда не употребляю слово по-братски, но почему-то в этой игре оно из меня... Не в этой игре, а на стримах, на записи из меня так и прет. И, видимо, кого-то о чем-то хочу все время попросить на записи. Ну, это рука? А. Так, вот и все. Слышишь? Ты ж слышишь, да? Так, а ну-ка, не думай, оцени жизнь на Земле по шкале от 1 до 10. Я бы сказала, где-то двоечка. Если, да, может стать хуже. А как бы ты оценил жизнь до Альянса? Уф, это задачка, не знаю, в хороший день. Я бы сказал 6. Ага, да, твердая шестерка. 6? Что-то не супер. Ну, такова жизнь, Алекс. Знаешь, не всегда супер. А может, мы просто прогоним вариант Земли и замажемся на восьмерочку? Чё скажешь? На восьмерочку? Да, это и правда было бы здорово. Да, даже очень.
На ходу, конечно, вообще, мне кажется, Unreal читать. Не, в нижнюю надо, в какую? Блин, жалко, это круто. О, да ладно! Ты представляешь, это как в фильмах! Так, надо мне, короче, одинаковый, да, искать? Вот эти, например. Угу. Это вот эти две. Нет, не эти две. Вот это? Ты что, думаешь, я их запомнил, что ли? Так, это... Вот это? Да. А последний где? А, вот. Я ее под этим углом просто-напросто не видел. Ну все, идеально. Идеально, ну. Так. Я уж там не знаю, как эта игра бы выглядела в Valve Index. Но я что-то сильно сомневаюсь, то, что она выглядела бы сильно лучше, чем я сейчас ее вижу. Мне кажется, технология VR сейчас вообще еще, ну, где-то не на... Так, подожди, пожалуйста, пока. Где-то, скажем так, мягко не... Не наверху. Опаньки. А это что такое? Ау, прям по ноге, старый телек разбитый. Так, нахрен. Так, ну тебя мы трогать не будем. Пистолет в руки. Обоймочку нашли. Хилочку нашли. Блин, хилочка выглядит эпично, да, смотри. Ой, оно же живое, да? А, ты как там? А это можно? Подожди, это можно? Нет, это нельзя, ну. К сожалению, нельзя это положить в рюкзак. Так, а где это было фигня? Постой. Где я ее выронил? Да ты что, шутишь, что ли? Так не шути. Это вам не Гордон Фриман, просто подошел на кнопочку, нажал. Я думаю, это повод сохраниться, да? Тоже так считаешь? Внизу нас ждет товарищ. Не, вот это был бы повод сохраниться. Во, 70? 70. Сейчас бы раскидываться обоймой. Так, сразу вот это делаем. Хорош. 7 выстрелов, короче, держит наш дробаш. Ну, вполне себе для дробовика, я считаю. Пистолет есть. Теперь хорошо. Теперь мне стало поприятнее, но, видимо, нас готовят к Жогову. Вниз, Алекс. А, там же лестница была, да? Стоп. А что это было? Фигня какая-то. Как фонарик включить? Ладно, он. Алекс, считаешь, нам тут фонарик не нужен, да? Говорит, не нужен тебе фонарик. Да я их слышу уже, подожди. Фу.
А это то, что будет с нами со всеми, да, если мы попадем к этому? Слышь, тварь! Там как краб никакой не идет. Оно... Во, отдала обратно, блин. Я так оружие улучшаю. Да я слышу хэт краба, я тебе клянусь. Так, у тебя есть что? О! Я слышу большого хэт краба. Дай-ка я подготовлюсь. Раз такие пироги. Или это они так дышат? Блин, ну конечно. Оно все очень хорошо. На самом деле, гениальное решение для VR. Вот это вот придумать же еще, да, магнитные перчатки. Это гениально. Грави-перчатки. А в концепцию Half-Life это грави такие штуки вписываются прям идеально, да? Да что ты, секурить вредно, вот это бери. Так, ты как, друг? У вас ничего нельзя взять? Нет, но можно подобрать стул. А, дверки мы эти не откроем. Что у нас по времени прошло? Ага, понял. На самом деле, вот именно в таком варианте, я тебя вот прям уверяю, что удобнее всего смотреть и удобнее всего играть. Как бы там... Ты не говорил то, что вот от перемещения рябит в глазах, понимаешь? Лучше рябит, чем ты плевать идешь. Вот я тебе клянусь. И мне то же самое. Потому что если я включу вот это вот плавное передвижение, все, это жопа. Это жопа, это, ну... Вестибулярный аппарат не выдержит ни у меня, ни у тебя. Проверено. Проверено не на одном человеке. Я лично тестил эту, тему. Ну, если только он у тебя очень сильный, вот прям очень сильный, а таких людей, знаешь, единицы, и давай лучше продолжим старым, добрым, проверенным методом. Это вот таким вот, да? Это вот так вот. Это вот так вот решать наши с тобой проблемы. Спокойно. Два, есть? Воу! А типа нехрена ждать, да? Внимание! Доступ в этот квартал запрещен. Местные подразделения развернуты и уполномочены на исполнение приговора. Какого приговора? Так, я предлагаю на этом с вами серию закончить, продолжить в следующей серии. Не забывай поддержать видос лайком, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Буду ждать тебя в группе ВКонтакте, в своем инстаграме. Ссылочки будут в описании, как ссылочка с прохождением на весь Half-Life Алекс. Спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Всем пока.